Привет, ребят! Я хотела с вами поделиться. Корейский бренд Wildberries прислали мне подарки к Новому году. И я хочу вам тоже рассказать про продукты этого бренда, тем более, что мои подписчики давно пишут мне попробовать корейскую косметику и то, что она очень классная. Я вам буду показывать продукты вживую и также буду их вам показывать на сайте. Первое — это очищающие диски для лица. Я никогда такое не пробовала, но выглядит это как обычные спонжики, которыми мы протираем лицо. Только они влажные, с каким-то интересненьким составом, который тоже можно посмотреть на сайте. Ссылки я оставлю в описании. Вот такая стильная баночка, очень красивая. Следующее меня вообще поразило, это тканевая маска с глиной. Посмотрите, она выглядит как диск. Офигенно вообще. Здесь какой-то состав у нас получается и сама масочка. Выглядит очень по-новогоднему. Тут есть инструкция, также написано, что входит туда, состав, изготовитель, все. Все тут есть, то, что нужно. Дальше идет целый набор тканевых масок. Смотрите, какие они красивенькие. Тут 5 масок. Также можете посмотреть, конечно же, на сайте. Это вообще что-то интересное, потому что это набор ампульных сывороток для лифтинга лица. Ого, нифига, как это круто выглядит. Интересно. Использовать. Надо посмотреть. Первый раз такое вижу, реально классно, очень хочу попробовать. Также мне прислали омолаживающую маску, то есть вы понимаете, что есть маски для любого типа кожи, лица, и от морщин, и лифтинг, и очищающие, и успокаивающие. Так что тоже обязательно попробую. Мне очень нравится, как это выглядит. Минимализм, девочки. Так, следующее это нежная пенка для умывания с экстрактами трав. Это я очень сильно люблю. То, что связано с экстрактами трав, это моя тема. Выглядит вот так вот. Все это мне нужно, потому что у меня это достаточно быстро заканчивается. Сами представляете, сколько я использую косметики. И люблю уходы. Намного удобнее заказать сразу всем подарки в одном месте. Мамам, бабушкам, подружкам, девушкам, сестричкам. И последнее, обновляющий тонер для лица. Тонер идеально подойдет тем, у кого сухая кожа или кожа, которая быстро теряет влагу. У меня очень сейчас сухая кожа. Поэтому это класс. У меня, кстати, нет ни одного тонера дома. Поэтому очень классно. Блин, ну почему так красиво выглядит? Вы посмотрите, какие красивые баночки. И где же все это можно заказать, посмотреть? Конечно, ссылка будет в описании, но я вам сейчас наглядно покажу. Открываем страницу косметики на Wildberries. Кстати, все продаваемые продукты на корейском павильоне Wildberries сертифицированы правительством Кореи. Товары в корейском павильоне сертифицированы под торговой маркой K. Что такое бренд K? Бренд сертификации продукции для малых и средних производственных компаний в Корее с использованием ценностей национального бренда. Потребительские товары класса люкс, основанные на инновационных технологиях корейского производства. Также, ребят, у нас конкурс. Зайдите на онлайн-сайт Wildberries, страницу корейского павильона и выберите продукт, который вам больше всего понравится. Также вам нужно оставить комментарий под моим видео вот этим и написать продукт, который вам понравился, также указать свою электронную почту. И из тех, кто оставил комментарий, будет выбрано 10 человек, которые получат подарки. Если что, победителей выбираю не я, а те, кто спланировали этот проект. Так что участвуйте в конкурсе, выигрывайте и смотрите, какой косметикой я пользуюсь, мою любимую косметику покажу и расскажу, что я для себя усвоила за последние несколько месяцев. У меня вот такой вот милый вид, как раз девчонки, которая милашка, любит косметику и все в этом духе. А сейчас я буду говорить про декоративную всякую косметику, про какие-то крема перед макияжем, которые я использую. И надеюсь, что вам это будет интересно, потому что меня часто спрашивают, там, чем я пользуюсь, какой у меня там карандаш, еще что-то. Надеюсь, что это будет полезно и интересно. Мой макияж начинается с того, что прежде всего прочего я умываюсь, очищаю лицо. Далее я использую вот этот крем от La Roche-Posay. Этот крем мне вообще посоветовали в аптеке приобрести, потому что он закрывает поры, тут можно даже почитать, что он делает. Сужает расширенные поры, увлажняет, матирующая, себорегулирующая эмульсия. Я не знаю, насколько этот крем работает как лечебный, хотя вот эта вот вся линейка Эфоклар, она считается типа как лечебная для как раз вот проблемной кожи. Но я его использую не в духе типа лечебный, а в духе вот как раз перед макияжем, потому что он действительно хорошо закрывает поры, ну, по моим ощущениям. Следующий этап, у меня есть 2 крема,
вот таких, тоже, кстати, для Roche-Posay, мне их дарили, и это крем уже солнцезащитный, его тоже мне обязательно нужно использовать. Правда, я не делаю там какие-то пилинги и все такое, но у меня светлая кожа, тем более проблемная кожа, и насколько я знаю, что это тоже, ну, как бы, очень важный такой момент в плане макияжа. Будет интересно почитать, кто из моих подписчиц тоже использует вот такие вот крема, ну, не обязательно это, и фирмы, да, именно солнцезащитные на каждый день под макияж. Ну, потому что я слышала об этом, что это очень важно, очень нужно, и мне иногда кажется, что у меня появляются все-таки какие-то пятна, как раз-таки из-за того, что там... Была какая-то болячка, я вышла на солнце, хотя какое солнце, но не знаю, может это вот в голове все. Я использую вот такой тональный крем, у меня их два, причем разных оттенков, и вот этот мне намного больше нравится, который у меня закончился. Сегодня как раз поеду за подарками и себе тоже подарков возьму. А Клиник, я не понимаю, почему они так отличаются, не в плане цвета, а в плане нанесения. Вот этот вот тон VN01, а вот это, который я сейчас использую, CN0.75. Вот этот, который VN, как будто более кремовый. Вот этот, который я сейчас использую, который CN, вот этот, он более светлый, во-первых. И он как будто вот другой по составу, я не понимаю, хотя вроде они же одинаковые, да? Короче, в этом плане немножко запуталась, но вот я пробовала, и реально по-разному получается. Может быть, из-за того, что он очень светлый, мне кажется, что что-то не так, я не знаю. Также у меня есть тональный крем от Evelyn, несмотря на то, что он темнее моей кожи, ну, не сильно, но такой темноват. Мне безумно нравится его формула, я не знаю, как это назвать. Я уже вам в каких-то видео показывала, что мне подарили тоже вот эту тоналку. Еще я пользуюсь вот таким хайлайтером тоже, который мне подарили, безумно нравится. И сейчас тоже на мне. Тональник этот я использую редко, потому что он все-таки темнее моей кожи. Мне нужно посмотреть, найти такой моего оттенка, но он мне реально очень нравится, потому что он вот прям как крем. Ну, очень-очень приятный такой. Очень хорошо ложится. И, кстати, очень хорошо справляется с снятием тоналки и всяких таких штук. Как раз-таки вот эта вот наша баночка, которую я вам показывала в начале видео. Вот эти вот спонжики с составом очень классно очищают, при этом увлажняют и не мучают кожу. В общем, очень комфортная такая штучка. То есть мой этап макияжа вот такой. Сначала, понятно, крем, вот это вот все, потом тоналка. Далее, следом, поскольку у меня есть выраженные прям проблемные места, мне приходится использовать также консилер. Я использую вот такой от MAC, цвет... Оттенок А19, НВ15, что это такое? Мне нравится, он очень плотный. Единственное, что он может размазаться хорошенько, то есть, грубо говоря, он не то, что там засыхает, нет, он плотный, перекрывает хорошо, но вот у меня проблема такая есть, что я использую спонжик, да, или как это, спонжик называется. И когда я начинаю вот это вот все вбивать, я понимаю, что половина продукта остается здесь. И меня это бесит, поэтому приходится это повторять несколько тысяч раз. Также у меня от L'Oréal есть вот такой консилер. Я не знаю, чё... Но вот он реально прям засыхает как надо. То есть я его нанесла, можно даже сейчас даже сделать. Я его наношу на какие-то свои вот именно красные такие точки, да, которые вот, ну, не замазываются просто. И он со временем подсыхает. И даже в этом случае, если я начну прибивать, то есть как бы продукт не уйдет. Ну, короче, вот это вот мне нравится. Я, ну, знаю вот такие вот консилеры. У них очень часто, кстати, вот один из таких хороших моментиков, это то, что они не уходят погулять, а остаются. Вот, и, ну, под глазами можно, в принципе, сразу. Ну, короче, такой, вот мне нравится, классная штука. Не знаю, видно, нет? Можете посмотреть тоже. Ну, понятно, оттенок у каждого свой, там это, в этом нет смысла, это можно в магазине подобрать, но вот это я оставлю пока, пусть оно засыхает. Ну, классно, мне нравится. Плюсы у людей с проблемной кожей заключаются в том, что они умеют краситься. Ну, конечно, не все, но мне кажется, что у меня как раз-таки один из таких моментов, что я думаю, что я хорошо крашусь, я в этом не сомневаюсь, я убеждена в том, что я, ну, за столько лет научилась хорошо краситься. Если бы у меня еще был ровный тон кожи, да, без всякого такого, я думаю, что я бы выглядела, ну, просто перфекто. Но я и так выгляжу хорошо, я считаю.
Так, следующий мой этап – это брови, всегда брови. Сейчас у меня ламинирование бровей, но, несмотря на это, я все равно их решила красить тенями. Почему? Потому что мне безумно нравится, как они сейчас выглядят. Посмотрите, такие густые, жирные, черные. Ну, не черные, но клево. Я использую до сих пор... Так странно. До сих пор использую вот эту палетку теней от Too Faced. И у меня здесь просто уже, ну все, вот этот вот оттенок, я его использую на брови. Его просто уже скоро не останется. Но я просто вот из уголков все выковыриваю. Использую вот такую вот кисточку. И просто, грубо говоря, вот так вот. То есть мне не обязательно сделать это идеально ровно. Поскольку я не рисую форму, я больше просто закрашиваю. Короче, я зачесываю брови наверх, так как мне надо. Вот как сейчас, например, да, они у меня зачесаны. И просто прям внутри них, по ним начинаю вот просто закрашивать. Ну, не сильно, но так, чтобы вот такой вот эффект получился. Потом я это все дело еще раз расчесываю, вычесываю. И дальше либо вот таким консилером, либо вот этим с помощью вот этой вот такой кисточки. Она у меня, кстати, грязная. Это я тоже сейчас расскажу. Я вот здесь провожу, то есть, ну, я создаю идеальную форму, вот так вот, да, прохожу, вот так вот, могу вот здесь пройти, вот так, то есть, это у меня такой тоже обязательный момент. Когда я уже сделала брови, все так, как мне нравится, я использую от Givenchy вот такую вот штучку, гель, да, который будет фиксировать мои брови. Мне очень нравится вот это. Я не знаю, раньше у меня была какая-то другая, ну, совсем какая-то дурацкая. Даже не помню, что за бренд это был, какой-то недобренд, не знаю. И она вообще не держала, и потом мне в руки попалась вот эта вещь от Givenchy, и... Ну, то есть это у меня уже, наверное, третья такая, я без них жить не могу. Ну, несмотря на то, что она такая маленькая, хватает ее реально прям надолго. Вот, фиксирую брови, и, в принципе, на этом брови мои заканчиваются. По поводу кисточек. Кто-то спросит, часто ли я их мою, и вообще, как часто я их мою, потому что это же такой момент. Можно попробовать. Как бы что смогла сделать. По поводу кисточек, такой вопрос. Часто ли я их мою? Конечно же, многие подумают, типа, блин, с проблемной кожей человек должен вообще кисточки мыть просто вот постоянно. Я так и делаю. Я не мою кисточки после того, как я их использовала. Я их всегда мою перед тем, как начать краситься. У меня вот такая схема, мне кажется, без разницы, да, когда ты их помоешь. Ну, иногда бывает, я их с вечера мою, да, то есть я вот накрасилась. Никогда нет такого, что вот я накрасилась, да, сколько-то часов назад я накрасилась вот этими кисточками. И сразу же пошла их помыла. Я не знаю, нахрена это делать, но кто-то так делает, это ваше дело. Кто-то сейчас придумает историю о том, что микробы размножаются, надо их скорее смыть. Не знаю, такое. Я люблю перед тем, как начать краситься, взять свои кисточки. Вот это все я мою перед нанесением. Вот такие я мою с вечера, либо я их могу не каждый день мыть, а через день, потому что для меня это такое уже, типа, поверхностное. Самое главное — помыть то, чем я накладываю тон. Ну, у меня вот так, не знаю, можете писать свои комментарии, типа, да это неправильно, мне пофиг, я делаю так, как чувствует мое сердечко. Самое главное, что я мою их. Вот, этот момент уладили. Кстати, у этих масок есть такой один момент, что нежелательно их использовать, когда есть какие-то сильные воспаления на лице. И на самом деле, вот что мне хорошо, что сейчас прям жестких воспалений на лице у меня нет. Я вообще, в принципе, могу сказать, что у меня воспалений нет, просто какие-то остаточные болячки, скажем так. Поэтому я смело могу уже начинать использовать эту маску. Что у меня идет дальше? Дальше я всегда под брови использую хайлайтер тоже. Вот здесь, я думаю, что, может быть, вам даже видно, что блестит. Вот такой он у меня. Мне очень нравится вот этот хайлайтер от Evelyn. У меня был и есть вот такой хайлайтер от MAC. Я думаю, что по нему тоже видно, что я его использовала нормально так. Ну, в смысле, он не закончился, но просто по нему видно, что я им пользовалась реально. Я им пользовалась долгое время. Он очень классный, такой легкий, приятный. Но потом ко мне в руки попал вот этот от Evelyn, и мне просто очень понравилось, как сильно он сияет. У меня есть пудра, даже не одна, но я ими практически не пользуюсь никогда, но все равно покажу. Очень редко я пользуюсь пудрой, потому что в
какой-то момент в своей жизни я отказалась от пудры, и этот момент был, кстати, по-моему, что-то типа в Болгарии, когда мы с Кариной там тусовались, отдыхали, но у меня все равно дома есть пудры, которые не я сама себе покупала, мне дарили, но иногда они реально мне нужны, когда сильно блестит лицо или там что-то я собираюсь снимать, иногда они хорошо могут помочь тоже перекрыть какие-то болячки. У меня вот такая Givenchy, одна, даже две у меня такие. Две от Givenchy вот такие вот. Прикольная, необычная пудра. Есть вот такая от L'Oréal. Я пудру всегда наношу только кисточкой. То есть не вот этими всякими штучками, не вот так вот, только кисточкой. То есть очень легко просто, чтобы снять блеск, потому что, ну, это дело такое. Можно просто нафиг весь тон снять. И смысл тогда был в этой пудре. Дальше у меня есть очень-очень любимый просто этот для скул, для контурирования оттеночек в MAC. Это Cosmic Force какой-то. Оттенок очень классный, потому что он не серый, то есть это не какая-то там жесткая тень будет на лице. Он такой прям слегка коричневатый, то есть ну просто изумительный. На мне сейчас тоже вот этот продукт, и я им просто восхищаюсь, очень нравится. Следующий момент, у меня есть румяна от Seattle, очень классный цвет. Мне нравится то, что он не красный, не розовый, он такой вот прям... Ну, не знаю, что это. Вишнево-малиновый. Ну, короче, такой прям выдержанный, такой спокойный. На мне тоже сейчас есть, можно даже, кстати, добавить немножко на яблочки. Ну, он прям классный, он такой свежий. То есть вот для меня румяна — это очень опасный такой момент, потому что я всегда, ну, боюсь, что это будет какая-то там, это самое, дичь. А этот прям классный. Кстати, вот еще есть такой лайфхак, но я думаю, что все уже о нем знают. Добавлять румяна на века. Это как бы освежает глаз, это реально так, я не всегда это использую, но тема реально рабочая. То есть сразу глазки такие становятся свежие, как будто бы вы выспались, и вообще все было круто. Дальше, перед тем, как вообще начать краситься, забыла сказать, я использую такой бальзам для губ. У меня ужасно сохнут губы в последнее время, сушатся у меня обязательно около кровати стоит вот такой, здесь вот такой, в сумке еще один вот такой. То есть у меня реально в последнее время очень сохнут губы периодически. Я думаю, что, скорее всего, на это повлияли всякие махинации, которые происходят с моей кожей, там какие-то уколы я делаю, да, антибиотики, вот это вот все. Использую всякие штуки, которые сушат болячки, они мне помогают, но при этом у меня сохнет кожа и... Сильно как-то увлажнить ее у меня не получается. Покажу два любимых оттенка красной помады. Меня часто спрашивают, что за помада красная. У меня есть два любимых оттенка. Это MAC. Вот этот более такой дерзкий. Вот этот более такой женственный. Ну, потемнее, понятное дело. Это который дерзкий. Ну, мой любимый все-таки тот, который более дерзкий. Его я чаще всего использую на своих тиктоках. Там все в этом духе. Есть еще вот такой. Это вообще, ну, как бы просто изумительный оттенок на повседневную жизнь. Его можно даже слегка так вот, знаете, прибить. И вот такой вот пепельно-розовый, пепельно, не знаю. То есть вот этот прям добавляет такого... Ну, просто сочности губам, не делает их какими-то супер яркими, то есть очень повседневный оттенок, ну, сами видите, очень классный, про него тоже спрашивали много раз, это 411 оттенок. Так, что еще дальше? Для контурирования, контуринга носа я использую вот такие тени от MAC всю жизнь, ну, практически всю жизнь. Вот это прям серый, то есть это прям серый, вот номерок, надеюсь, вам хорошо видно. Классная тема, я использую для этого кисточку, просто вот так вот делаю и вот так вот начинаю шмяк-шмяк-шмяк. То есть очень многие визажисты даже, я часто наблюдаю такие схемы, они используют какую-то толстую кисть, которую вот делали вот это, а потом вот так вот начинают, вот так вот делают, вот так вот. Я это прям вообще не признаю, не люблю, для меня контуринг носа это очень важный момент, и он должен делаться вот прям как ювелирная работа, понимаете? Для меня вот этой кисточкой, вот такой большой жирный, сделать контуринг носа это просто его изуродовать. Ну то есть я вот, если у меня какая-то фотосессия, еще что-то, я всегда говорю то, что вот, ну давайте маленькую кисточку мне дайте, я сама себе сейчас нарисую, а вообще...
Я тут поняла недавно, что больше ни один визажист не накрасит меня своими кистями. Мне нужно приобрести набор кистей. У меня, конечно, они есть, но нужно обновить это дело. Вообще, в принципе, обновить набор кистей. И чтобы каждый визажист использовал на мне мои кисточки. И вам тоже советую, если вы таким хотите заниматься, ходите к визажистам, носите свои кисточки, потому что вам могут занести клеща. У меня его, слава богу, не обнаружили, я на него сдавала, но... Просто это вот такой совет. Ну, хайлайтер, понятно, использую здесь, на нос, над губой. Как будто, в принципе, все. И про мой любимый карандаш, про который часто у меня тоже спрашивают. Это вот этот карандаш. Он, я знаю, вообще обычный, дешевый. Знаю, что он стоит 100 рублей. Я его ни разу не покупала, мне привозила девочка-визажистка из Ульяновска, потому что у нас в Москве я не знаю, где такое достать. Что это за бренд-то вообще? Мисс Тайс какая-то. Короче, офигенский карандаш. Где тут написано? Тайс Косметикс Корп Дист. Самое главное, что вам нужно знать, это номер 780. Это самый крутой карандаш. Если вы видите, что на моих губах есть какой-то карандаш, офигенный такой контур, это вот этот карандаш всегда. У меня других карандашей есть, но я ими никогда не пользуюсь, потому что все остальное из карандашей не моя история. Этот изумительный. Я очень часто на съемках тоже использую свой карандаш. То есть приезжаю, там визажист говорит, давай тебе губы накрасим. Я говорю, давай я использую свой карандаш, понимаете? То есть такая история. В принципе, по макияжу все, я даже не знаю, что еще. Я делаю, наверное, больше ничего. Ну, также у меня есть Fix Plus. Этот почти закончился, у меня есть еще их куча, спасибо рассылкам. Ну и следующий момент, что, в принципе, уже последует ближе к вечеру, я могу умыться, смыть макияж, могу с помощью вот такой вот пенки, она же, которую я вам показывала в начале видео, и все это можно снять и спонжиками вот этими, да, ватными дисками, и потом умыться пенкой, то есть это такой должен быть не один этап очищения кожи, понятное дело, ну и, грубо говоря, потом можно сделать маску или, например, использовать вот эти ампулы. Мне очень интересно попробовать. Я до сих пор не попробовала. Это безумно интересно. В принципе, на этом все. Я надеюсь, что вам было интересно послушать мои такие разговоры косметические. Надеюсь, что чем-то вам помогла, ответила на какие-то вопросы, потому что часто спрашивали, какой оттенок там того, сего, другого. Поэтому надеюсь, что помогла. Не забывайте, пожалуйста, о том, что ссылки на корейскую косметику, которую я показывала вам в начале ролика, я оставила в описании, поэтому обязательно посмотрите. Спасибо за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока!